Слушай, у меня нет, я не считаю Регину как-то, ну, как таковой конкуренткой своей, потому что я все равно понимаю, что да, она там трудоспособная, молодец, но у меня чуть другое, и я, ну, по-другому публику держу, и как бы другие инструменты использую, и там условно, ну, если мы говорим прямо откровенно, я же, ну, там, по просмотрам даже это сильно различалось, ну, типа, я не считаю Регину своей конкуренткой, я ее уважаю как женщину, как трудягу, вообще лайки и респект, но я не считаю ее конкуренткой совершенно.